можно понять. Привет, НФЛ Рус. Подожди, началось? Да. Поехали. Вот сегодня мы пишем для вас лайв, почти что лайв, для нас-то лайв, превью. Чего мы пишем превью? Финала. Финала. Национального финала по американскому футболу, студенты. Да, Алабама встречается с Клемсоном. Ебать Алабаму. Ну что за аналитика? Ну, Алабама лучшая, Сэбан, красавчик, месть ситхов. Ну, какие мысли по превью, по матчу, Саша? Ну, Алабама была слишком хороша против Мичигана Стейта, это было очень грустно. Так что, ну, что очень мы скажем? Грустно. Я даже не смотрел. Не, я досмотрел первую половину. Не, я посмотрел полторы четверти, все было понятно. Не, я посмотрел первую половину, после этого я уже с утра посмотрел вторую часть. Ну и нормально, дело зашло, как бы. Ну, Алабама была очень сильна. Что по Клемсону? Их игра с Оклахомой была, в принципе, неплоха. Но Оклахома была, ну, довольно приличная в начале матча. Но потом немножко не хватило им. Ну, не знаю, честно скажу, как. Оклахома было больше шансов, да? Оклахома было больше шансов против Алабамы, чем у Клемсона, как по мне. Что ты думаешь? Нет, не соглашусь. Ну, в принципе, ты пиво-то выстави. Мы нетрезвые пишем, нетрезвые нет. Для Оклахома и Клемсон это как команды-близнецы для меня просто. И одна копирует другую, просто у одной набор исполнителей получше. Ты не согласен, что у Клемсона набор исполнителей получше? Не, ну игра показала, что получше. Они даже без Шака Лоусона просто вот взяли и вот сделали. Не, ну... Как, череда некоторых ошибок все-таки привела к тому, что, ну, что началось в матче... Просто закрыли вынос, я вообще не понимаю, как закрыли. Они закрыли вынос, а потом, опять же, неудачные всякие панты. То есть там Оклахома могла бы, условно говоря, половину бы посерьезнее выиграть. Ну, то есть... Не, ну, то, что Оклахома, если бы... А был синицей, это стал розовым. Нормально, да? Да. Нормально. Оклахома бы против Алабамы показала игру получше, чем Мичиган Стейт. Я думаю, мы согласимся, что команды 8, наверное, в NCAA показали бы лучшую игру против Алабамы, чем Мичиган Стейт. Не, чем Мичиган Стейт, да. Ну, да это... не, что говорит Стэнфорд и Огайо Стейт незаслуженно не попали, как показала практика, незаслуженно не попали. О, и... у нас вопрос... Вопрос, конечно, тоже... Нет. Вопрос какой? Из студии вопрос. Вопрос из студии. Хватит, оставь в покое, Ноник. Все в порядке. Какой вопрос? Нотр-Дам. Ну, тут же фанат Нотр-Дама сидит. Нет, ну хорошо. Нотр-Дам... Были ли мы лучше, чем MSU? Против Алабамы? Это, да. Это тяжело судить. Да ну нет. Ну, по сезону, ну, у Нотр-Дама, если бы да. Не травмы. Давай ну... не по сезону, а по матчу с OSU, то, что ты видел, Влад. Ну... Огайо Стейт были на голову сильнее, но просто... не безнадежно. Ну, был не безнадежно. Я тебе так скажу. Нотр-Дам делал все, чтобы игру досмотреть до конца всем. Вот. Они просто... Не считай меня. Было понятно, что Огайо Стейт победит. The Огайо Стейт специально для Брейва. The Огайо Стейт. Огайо Стейт. Они победят, но... Нотр-Дам просто оставлял... Нотр-Дам просто оставлял какую-то интригу, хотя бы чуть-чуть. Ну, по началу матча думалось, что вообще будет просто вынос тела. Но... Ну, потом... итоге... так, но опять же, все-таки удаление босса немножко повлияло. Босс и травма Джейлона Смита. Ну, самое, да, вот, как бы они сделали игру интереснее, но просто по факту как показано, как показала практика. Огайо Стейт... Я тебе скажу, давай перечислим команды, которые показали бы не в обиду фаната Мичиган Стейта, Стрельца, там и у нас на форуме. Я думаю, Оклахома, Огайо Стейт, Стэнфорд, Нотр-Дам. Я думаю, даже Ол Мисс, TCU, нет. Если бы у них тренер одел фиолетовую футболку. Норт-Вестерн. Не, Норт-Вестерн, нет. Не, вот 5 команд минимум показали бы. Это я особо сейчас не углубляюсь. Показали бы лучше их. Да нет, понимаешь, если бы до Кабы, но, откровенно говоря, Алабама слишком сильна. Вот в чем вся проблема. Да. В принципе, то, что удивило, это Джей Кокер. Потому что... Закрыли Хенри, блин. Кокер набросал. А, ты про Кокера. Я что-то перепутал. Я думал, имел в виду этого. Кука? Просто про Кука. Джо. Очень плохо. Не надо говорить плохо про Кука. Вот вам вся аналитика.
потому что конверт у него вообще не держал. Он, по-моему, из шотгана бросал раз 10 и только два раза смог нормально бросить. Нет, Кук не говно, он говно, но не говно. Нормально, он парняга, но говно. Ну, не совсем говно, ну, в смысле, нормально, короче, Степан. Но все не так плохо. Кук, может, лучше. Ну, просто Алабама, ну, это вообще... Я не понимаю, как они проиграли All Miss. Они даже с пятью потерями должны были проиграть. Да, не бро, вот сюда вот бро. Немножко отсмотреть. Я просто... Алабама, All Miss проиграла, сколько у них? 4 потери? Ну, когда у тебя 4 потери, то ты, если ты только Бронкос не проигрываешь. Да это отсылка к вчерашней игре. Что можно... Давай будем уже говорить о Алабаме Клемсон. Клемсон, если Алабама не остановит Дешона, потому что это лучший квотербек, наверное, с которым мы не встречались в этом сезоне, нет? Нет. А кто лучше? Кто лучше? Келли. Они ему и проиграли. All Miss, All Miss, All Miss. I'm a Chad Kelly. Chad Kelly. Кстати, он не помнишь, у него калашников был, он расстрелял с калашников у кого-то. А, ну хотя мы опять не про All Miss. Да блин, опять это та же самая история, общем, что мы скажем. Короче, я сразу скажу, что Клемсон победит. Я тоже надеюсь на это. Но я говорю, что они победят. Хорошо, они победят. Это lock of the week. Хорошо, но... Опять же, мы скажем то, что мы повторим каждый раз. Опять. Клемсон нужно показать все, что они могут. Алабаме тоже. Тут уже не прокатят, как с Мичиган Стейт. Клемсон все-таки нападение получше. Они будут набирать. Они не наберут 0 очков, понимаешь? Они будут что-то набирать. Если Алабама не пойдет игра в нападении, вот если Хенри опять не заиграет, то, что не показало ничего практически, да? Если повторится вот то, что Хенри не сыграет нормально, будет очень плохо, потому что Клемсон отличный вынос Оклахомы остановил просто в корне. Сама Джапирайн, Миксон вообще не фактор. Мейфилда просто изнасиловали. Зашлись так, а? Жжете, пацаны, жжете! Да нет, тут есть резвая мысль. Если Клемсон вот так, потому что Шак Лоусон сыграет, я вот в твиттерке прочитал сегодня уже, Шак Лоусон вернется, это еще подспорье. Они без Шака Лоусона Оклахому просто уничтожили. В линии, на схватке уничтожили. А то, что Алабама, вот, пивка тебе надо еще? Не, пивка потом. Не, я просто понял мысль. Я понял главную мысль, которая вообще есть. Алабаме, вот Солмиска игра показала, им тяжело играть, когда им что-то неудобно. Им тяжело играть, знаешь, против каких команд? Против аптемпа, когда быстро. Олмис так играли, и Клемсон так играет весь сезон. Да, и это я согласен. Но еще вот одна штука. Им тяжело играть, когда их заставляют что-то делать. То есть, да, они... Когда вот, их заставляют играть не в свою игру, ты хочешь сказать? Во-первых, не в свою игру, так заставляют отыгрываться, поэтому для Клемсона очень важно выйти вперед и, возможно, развивать преимущество. Тогда Алабама... То есть они не будут, как Билл Беличик, пробивать кликов? Нет. Они должны сыграть аналитично. Аналитично, так же, как мы аналитики. Они должны набирать очки, заставить Алабаму атаковать, ошибаться. Потому что Кокер, он при всем том, что он, в принципе, ну, типичный квотербек... Типичное говно. Да, типичный квотербек Алабамы, который что-то может, но ничего не может. Если заставить его волноваться и не Алабаму, играть вынос... Вот я хочу продолжить, точнее, вот так резюмировать. Алабаму нужно заставлять играть в пасовые дауны. Вот третий 7, там, второй 10. У них, кстати, каждый раз с ним проблемы. Вот, у них по сезону с этим проблемы, если Клемсон будет... А вынос Бама остановить, чтобы... Вот, об этом и говорим. Но ты все равно не аналитик. Аналитики только мы. Куда уж мне. В общем, если Клемсон остановит вынос Бамы, на первых даунах будет проблема у Бамы. У Клемсона реальные шансы. Я думаю, что они вырвут победу. Нет пива. Это сок, если что. Ну, я так понимаю, что мы оба болеем за Клемсон, но я болею за Клемсон, но я уверен, что они победят. Нет, потому что Себа обосрется опять я в большой игре. Я болею за Клемсон, ненавижу Алабаму, но не уверен так. Но... Ты болеешь за Клемсон, что там у тебя? Покажи, как ты болеешь за Клемсон. Это Стэнфорд, ребятки. Это Стэнфорд бейсбол. Это те парни, которые играли бы в финале с Огайо Стейт и устроили бы суперфинал. Но вместо этого мы увидим унылое говно. Все, адиос. Чокнулся? У меня уже нечего.
Ну, кто это был? Клемсон победил. С вами были наши парни из NFL Rus. Я Влад Аристотель и Ноник Тверь. Специально для вас из Киева. Приезжайте сюда, парни, и пейте здесь отлично. Натюрлих, пацаны. Натюрлих, пацаны. И смотрите, студенческий футбол. Охуенно.